миллиард информатики ментать. Довольно-таки уже много наметало. Надеюсь, что самец можно удовлетворить. Самка попугай, а самец cornflower. Это представитель тоже цихлидовых. Ну, вроде они жились вместе. Смотрим, какое потомство будет. Начали метать в районе часа дня. Вода прогрелась до 30, наверное, градусов. Очень тепло. Ну и самка уже ложится, кровь уже довольно-таки много отложила. Я первоначально снимал на мини-камеру, но, видимо, потом закончилась батарея. Короче говоря, она села. И сейчас записываю на iPad. Пеленок много. Она сразу изменила свой окрас, стала ярко, голова такая прям вообще пурпурная. Вот. Да и, в общем-то, и самец такой стал. Он был серебристого цвета, но сейчас, видимо, плодники стали такие голубоватые. Красивый окрас у него стал. И все время плавает такое икринок. Понимаю, удовлетворяет их. Но это будет известно через 2 дня. Как она будет там развиваться, посмотрим. Ну, думаю, все, что будут изменения какие, я обязательно буду записывать и выставлять на ютубе. Конечно, необычно. Не было у меня еще такого поколения, чтобы были так называемые crossbreed, то есть перекрещивание между разными цихлидами. Ну, интересно посмотреть, что получится. Читал, что вроде получается 50 на 50, то есть 50% будет похоже на самку, 50% похоже на самца. Не знаю. Посмотрим, как оно будет. Ну вот уже, в принципе, думаю, завершение их гнездования, хотя не уверен. Много икринок она отложила. Будем надеяться, что самец не подведет.